Очень важно, что мы сегодня собрались, потому что осень – непростое время года. В принципе, все непростые, но осень очень любима поэтами, да, воспеваема поэтами неспроста. Мы с вами понимаем, что первый месяц любого времени года – это месяц построения планов на весь сезон. И осенью мы получаем по делам своим. Как верно, что сентябрь пришел, осень с собой привел, так верно слово мое. Когда мы чувствуем эти энергии природы и с ними синхронны, то мы, конечно же, можем получать от жизни больше. Я очень вам советую прислушиваться к своим состояниям по отношению к тому или иному времени года. По осени плоды собираются, а потому нам блага собирать. В общем, не сидите сложа руки, а действуйте, потому что, ну, когда человек сидит сложа руки, у него вряд ли чего получится, да? Действовать и физически, и действовать, конечно же, энергетически. Это тоже очень важно. Нам силу осени допринять, богатыми на земле стать. Все, в принципе, делается для того, чтобы у вас получилось, для того, чтобы вы изменили свою жизнь к лучшему. Просто есть те люди, которые остаются на уровне теории. То есть они что-то записали себе, что-то где-то у них записано, но они ничего не делают. На древах все позрело, в полях все позрело. Земля дала все, что хотела. Давайте мы с вами настроимся на осень, на потоки осени. Давайте ее почувствуем. Вот сейчас к нам пришел месяц сентябрь. Каким мы его чувствуем? Постарайтесь его ощутить. Каждое время года и каждый месяц может быть благосклонен к человеку, если он готов с ним взаимодействовать. Как верно, что день на убыль идет, так зло из нашей жизни уйдет.